Всем салют и добро пожаловать на прохождение игры «Чужой против Хищника 2». С вами по-прежнему Андрей Доцент, и мы находимся в комплексе, который, скажем так, является по сути нашей тюрьмой, из которой мы пытаемся сбежать и найти свою команду. Ну что, давайте продолжим наш побег. Собственно. Так, сюда, так, давайте сначала... Нет, надо сохраниться. Сохраниться надо в первую очередь, потому что если не будет сохранения, то нас может откинуть на несколько уровней назад. Конечно, вру, ну не на несколько, но прилично. Если забывать это делать. А нам бы этого не хотелось, поэтому давайте будем не будем забывать про очень хорошую кнопку F6, до которой еще как-то неудобно почему-то дотягиваться. Проверите комнаты команды, может панель там в конце холла. Так. Здорово! Почта России. Вам посылка. Так. Нам сюда или туда? Сюда или туда? Давайте туда. Так, никого. Никого. О, а тут можно что-то хакнуть. Так, а тут что? А тут ни хрена нет. Так, ладно. А у нас нет устройства, чтобы взламывать. Ай-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Тогда надо искать. Давайте отыщем. Так, что у нас такое? Джейсон получил последний холофликс Гейтвея. Просмотр будет происходить здесь в следующий вторник в 21:00. Приглашены все. Не переживайте, он не так плох, как предыдущий. Вру, тот был плох, да? Нет. Если кто-нибудь видел мою кошку, дайте мне знать. Я знаю, что мы все очень напряжены сейчас, но она много значит для меня. Она пропала дня два назад. Так, пища помечена не просто так. Если на ней нет вашего имени, не ешьте ее. А, ну можно сюда сходить. А можно еще и сюда сходить. На тебе. По каске. Так. Все это замечательно. Но я не могу ничего сделать, пока у меня нет устройства для взлома. Значит, надо его где-то найти. Так. Конечно, подло в спину стрелять, но сейчас не та ситуация. Так, оба-на! Ух ты! Со всех сторон обстреливают! Так. Бань. Чё ты прямо, смотрите, нас так осадили. Спереди, сзади, отовсюду. Так, пистолетные пули. Ни хрена. Дробь. Кстати, может надо проверять. Так, я понимаю, что мы потеряли реликвии Z. Есть только одна вещь очень важная для нас. Пропали артефакты. Они ценны, конечно, но я выпустил их из поля зрения. Я надеюсь, вы понимаете, что это никак не повлияет на наши программы. Наше соглашение будет расторгнуто, если спецы пропадут. Хорошо. Знаете, что я думаю? Сдается мне, я такие штуки пропустил еще в начале. Может, мне стоит вернуться и посмотреть на наличие, скажем так, на наличие таких ящичков. Может быть, мы сможем, скажем так... Так, тут нифига нету. Записка. Спасибо за надо. Нормально. Тут нифига. Пустяк. Мне кажется, надо сейчас просто все осмотреть. Здесь мы были. Надо сейчас просто все осмотреть, а то вдруг что-нибудь реально упустили, а нам ведь все надо. Где система взлома? Мне они срочно нужны. Так, тут закрыто, закрыто, закрыто. Тогда можно попробовать оббежать и посмотреть, что с той стороны. Ведь где-то же ведь еще есть одна такая сторона. Может быть тут? Так, это ведет туда. Да, скорее всего... Ни хрена себе. Даже так открывается. Такое ощущение, что тут надо просто смотреть, что тут вообще есть, скажем так. Все подряд нажимать. Глядишь, что-нибудь да откроется. Нет, мне кажется, тут бесполезно сказать. Ладно, будем двигаться дальше. Что у нас такое? Спасите...
спящий квартал, обыскать, найти значок службы безопасности. Да как я обыщу? У меня нету системы для взлома. Может, все-таки где-то здесь? А, конечно. Так, а ну-ка тут. Закрыто. Закрыто. Тогда наверх пойдем. Так, тут тоже закрыто. И здесь, ну, очевидно. Вау! Все. Да. Постреляешь хрена с два с такой мышкой. Ну, не с мышкой, а с управлением. Так. Давай-ка мне карточку, чувак. Где у тебя карта спрятана? О, система для взлома. Так, сдается мне, там кто-то прибежал. Слушайте, тут... Наверняка кто-то прибежал. Слушайте, этот, надеюсь, не станет мне в спину стрелять. Так, что у нас тут? И должна немедленно написать вам. Боюсь, что что-то не так. Мой друг Адам пост пропал. Возможно, похищены также и артефакт из его лаборатории. Возможно, тут замешан Рыков. Я чувствую себя неуютно. Сообщаю доктору Эйзенбергу об этом, но я уверен, он хотел бы знать. Я считаю, что исследования велись с высоким уровнем секретности. Ты можешь помочь? Так. Перезарядили. Так. Ну, ни хрена. Ладно, назад тогда двигаем. А, кто-то что-то открывается, закрывается. Здорово! Так, тут все ясно. Так, пистолетные пули. Тихо. А может, это прямой доступ к тем комнатам, где я был? Так, а может быть и нет. Так, закрыто. Да, это прямой доступ к этим комнатам. Чё, кто-то ходит, что ли? Кто? Где? В башку стреляешь, он еще и не дохнет. Так, ладно. Давайте-ка будем открывать эти вещи. Может быть, что-нибудь да и найдем. Взлом. Так. Отлично. Все взломали. Что у вас тут есть что-нибудь? Нет, ни хрена нет. Ваше последнее письмо взволновало меня. Вы описываете не того человека, которого я знаю. Эйзенберг не холоден и не методичен. Он беспокойно непоследователен. Сильно рискует. Кроме того, он боится залезать по лестницам. А из ваших историй выходит, что он на серьезном витаминном диете. Конечно, люди меняются, пройдя через такие вещи, как экспедиция 1, но не настолько. Какой-то странный Эйзенберг. Так, а тут что написано будет? Алиса, отвечая на ваш запрос, вы знаете условия. Это, видимо, она писала там наверху, да? А, так, Рыков использует что-то USCM. Он генерал, расформированный после инцидента на Караре, планете джунглей. Говорят, что он тяжело раненый. Он единственный остался в живых. Рассказывает безумные истории о невидимых убийцах. Кстати, это же хищники. Истории разрастаются здесь. УСЦМ. Документы говорят, что Рыков сломал спину и был парализован, но позже, когда он стал наемником, он выздоровел. Как наемник он великолепен, но кровожаден. Он не останется перед грабежом, все. Больше мне сказать нечего. Закончи с этой работой, возвращайся домой. Так, тут, я так понял, больше ни хрена нет. Так, значит, у нас и тут доступ открылся. Тогда давайте, давайте вот сюда. Так, видимо, вот тут вот все это дело открывается. И раз. Все. О, ящичек. Здоровье пули. Дорогая Дуня, моя бабочка, моя малышка, моя сладкая, я скучал по тебе прошлой ночью в патруле. Ночью так трудно без тебя, мой ангел, я думаю о тебе постоянно. Я погибаю без тебя, моя другая половинка, мой дьявол, моя повелительница. Я скоро
вернусь. И вскоре моя жена. Чё? А, вспоминай меня и думай обо мне, я вернусь. Что-то у нее на последней фантазии не хватило. О, это, видимо, то, что мы ищем. Лифт внизу в лаборатории. Так, мы нашли карточку. Так, я устал пытаться соединиться с моим братом на станции Адабенус прошлой ночью. Не повезло, что-то сломалось на ПОК, они просто не говорят нам. Так, стойте. Раз здесь это самое, давайте тогда теперь вот эти вот посмотрим. Комнатки, может тут что-нибудь все-таки... Че, можно все взломать? Ну давайте все взломаем. Так. Что это у нас? Пули. Записка. Я здесь 3 недели внутри. Я чувствую себя как на исследовательской лаборатории. Ничего. Так, тут что-нибудь да интересное добудь, я полагаю. Сохранимся. Ух ты, нормально. Я высказал свои чувства. Дуня, я так полагаю, она обидчивая. Ну да ладно. Д, Дуня же. Так, свадьба — это большое дело, правильно? Я должен напугаться, я дал большое обещание. Я сказал, глядя ей в глаза, что найму сыщика, чтобы он следил за ней. Это просто нервы. Я напишу, я написал, она любит письма. Да нет, не похоже на Дуню. Так. Давайте сохранимся. Ботинки. В них меня и завернут. Так. А тут закрыто. Давайте-ка взломаем. Может, еще какую-нибудь пуху найдем классную. Нам вооружиться сейчас вообще не... лишним не будет. Так, тут... Так, еще взламываем. Чувств... У меня такое чувство, сейчас лицехват какой-нибудь вылетит на нас. О, патроны, нормально. Так, еще один шкафчик. О, лечилка. Нормально так. Так, о, напалм, даже так. Ну и в чем дело? Кто-то там? Ага, вовремя я. На тебе. Застрелил его нахрен. Так, а здесь что тогда? А здесь душевая. Есть. Готовчик. Можно даже подобрать здоровье. Где оно у нас тут? Вот оно у нас. Так, это мы исследовали, а это дальше у нас просто выводит обратно. Куда-то туда. Нужно искать теперь лифт. Лифт, который как бы выведет нас. Черт! На! На, ох, нифига себе вас отхреначило. Ну, дробовик — это тема. Тут ничего не скажешь. Хотя не помешало бы вовсе на пистолет переключиться. Потому что, знаете ли, использовать дробовик на таких мелких врагах, я считаю, не очень эффективно. Может быть, понадобится для сражения с более серьезными противниками. Это лифт? Это не лифт. Так. Значит, это не лифт. А там кто-то есть, да? А, ты. Секунду. Так, поднимемся наверх тогда. А нет, лифт где-то внизу, сказано было, ждет. Сказано было, лифт где-то внизу. Все. Отлично. Так, это что ли? Или где? Так, что случилось? Спустите лифт на уровень 2. Вот, видимо, вот мы его нашли. Ну, давайте используем его. Так, нас куда-то заворачивает. Куда-то нас спустило. Сохранимся. Так, чё ты, ребята, зачем-то следят? Диск на столе. Ну, давайте послушаем, что они там.
Чё хоть за исследование-то проводит? Вот, диск. Ладно, теперь встретимся рядом с лифтом у выхода. А, это этот говорит. Так, вернитесь к основному лифту. Спаситесь на челноках. Чё, отсюда можно подняться? Нет, походу нельзя. Вернуться к основному лифту? Ну, давайте вернемся. Так. Может, дробовик на всякий случай взять, а? Мало ли чё. Ёлки-палки. Так. Ой. 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 Сдохни ты. Да, ребят, что-то у вас прямо тут... Завал целый. Так, сохранимся. Где основной лифт? Вот этот же вот. Вау! Так. Погнали. Где лифт-то? Куда? Где лифт основной? Я уже не помню. Может, где-то тут? Нет, судя по тому, что они здесь стоят, значит, мы, наверное, идем в правильном направлении. Давайте-ка... Хотя мы здесь были вообще-то. Вообще-то мы здесь были. Стойте, может, все-таки сюда? Погодите. Может, все-таки сюда и где-то тут завернуть? Нет, не вариант. Так. Закрыто, закрыто. Да. Карты здесь нет, это, конечно... Это, конечно, несколько... Момент этот огорчает. Ну, ладно. Так, а почему я... А, М переключать между ходьбой и бегом. Понятно. Нажал на М, а это, кажется, переключать между бегом и ходьбой. Хорошо, тогда давайте сюда двигаться. Будем что-то здесь пытаться выискивать. Наверное, здесь что-таки-то... Все-таки-то здесь это как-то и решается. Может, вот это откроется? Нет. Не откроется, говорит. Так, тут здоровье. Отлично. Просто превосходно. Нет, тут не вариант. Так. Здесь, что ли? Куда идти-то? Хорошо, похоже, лифты заработали. Двигали. А, двигай. Значит, я, видимо, наверное, на пути. Вот это, что ли? Да, наконец-то нашли, господи. Слава богу. Ну и... Дело в чем? Все. Так. Перезарядим-ка дробовик наш. Ёбаная лево, мы слетели нафиг. А, нет, все. Проклятие, они выключили лифт. Вы можете взломать панель? Да как нефиг делать? Нормально. Законтачим сейчас там. Так, чё сообщение? Найдите выход из челнока. Спаситесь на челноках, найдите выход из челнока. Ты должен выбираться оттуда, этот чувак говорит мне. Так. Нормально. Пошла загрузка. Что у нас там? Выход из челнока. Свою команду найдите новый механизм. Он вам понадобится. Медики, ответьте. Операция спасения получила желтый статус. Всем морпехам подготовить отчет для майора Маккейна. Так. А, эта штука сюда работает. Так, сохранимся. Пошел ты. Что-то хотел сказать, но передумал. Есть. У меня перезарядка, конечно же, вовремя началась. Есть наземный проход между этими консолями. Это гражданский. Надеюсь, он не будет с ума сходить. Так, вот. Что это у нас? Ёлки-палки. Нет. Сюда? Нет. Тут закрыто. Здесь тоже. Пистолетные пули подобрали.
Так. А, тут, видимо, что-то надо сделать. Видимо, что-то тут как-то надо... Так, ну-ка. Раз. Ну, допустим. А. Смываемся быстрее, говорит. Стоять, там что-то есть интересное. Так, это аптека. Блин, по проводке гуляем. Офигеть. Так, ну давай. Сейчас я тут кабелечек вставлю. Ой-ой-ой. Там, походу, кого-то придавило, да? Нет? Все же... А, этот сознание потерял, видимо. Увидел, сознание потерял. Так, ух ты, как они там ходят здраво. Как вы там здраво ходите? Пулемет? Пулемет я уберу. Мне что-то не очень эта ситуация это и радует. Есть. Прям в качан. Так. И... Прям в каску ему. Все. Короче, надо в подбородок ему целиться. Небритый. Чтоб прям туда ему попасть. Ну-ка. Че, у нас патроны, что ли, дофига? Че он не подбирает? Да, видимо, на максимуме. Ну погнали, а че, можно наверх выбраться? Ну-ка, стойте, давайте глянем. Мне вот это интересно. Это что, как есть вариант? Нет варианта. Хорошо, идем. Какие-то капсулы. 4, 2. Нормально, что там хоть? Ну-ка. О, на! Отлично. Вау! Все. Еще минусанули одного. Тут запутаться можно в этих. А, тут закрыто. Так тебе. Ща откроет. На. Готов. Так. Это тоже ведет куда-то. Ух ты. Нам в какой вообще челнок надо? В третий? Так, найдите выход из челнока, найдите свою команду. Куда идти? Блин. Так, это закрытые пассажирские пути. Какие-то. Есть какие-то гнезда, вы должны добраться до них. В конце перехода есть гнезда, это что ли? Нам вообще куда? В какой? Какой челнок? Тут вон их сколько, пронумерованы все. Сказал бы номер, мы как-нибудь бы... А, вот. Вернетесь тоже по переходу. Нормально, так, сохранимся. О, там кто-то уже идет. О, так это мы высоко над землей, типа, да? Я так полагаю. Ага, стреляй. Аккуратнее, ветер очень силен. А вы гляньте, сколько их там. Так. Ну и... А, все ясно. Да, ну и на высоте мы. Однакось, я вам скажу. Старайтесь не смотреть вниз. Да стараюсь. Стараюсь, так. Опа-на. Где-то там находится гнездо. Вы эвакуируетесь. И субтитры исчезли. Да спускайся ты уже в конце концов. Так, тут вот гнезда для пулемета, но тут никого нету. Так, закрыто. Там что-то за мной прямо столько бежало. Надеюсь, меня не найду. Так, давайте дробовик тогда будем использовать, коль уж патронов к нему у нас предостаточно. Так. Оба-на, там ходит. Бах! Бах!
Есть. Готов. Подобрали патроны, подобрали дробь. Это что, тоже куда-то вся система идет? Давайте-ка... Так, ящик. Ой, нормально. Хорошо. Закрыто, закрыто, закрыто. Ну, давайте там, где открыто хотя бы. Там хотя бы, где открыто, сохранимся. Так, мы вниз опускаемся. Выход из челнока найти. Найдите новый механизм, он вам понадобится. Что за новый механизм? Что случилось? Эй. Какие-то звуки странные. Звук полетов. Так, момент сохранен. Так, я слышал звуки хищника. Так. Что это только что было? Что-то на крыше. Срань господня. Так, вон враги у нас идут. О! Как они хорошо-то встали. Вас бы прямо сейчас вплотную всех расстрелять. Так, а если я с этой высоты сигану, я не разобьюсь? Нет. Черт бы тебя выбрал. Так. Откуда? Со всех сторон стреляют. Есть. Оба сдохли. Нормально. Загрузка. Так. Ну тогда давайте дальний обстрел. Есть. Раз. Нет. Смотрите, и не это самое. Сдохни ты. Один готов. Ну они косые, в принципе. Так. Скотина, вот стреляют. Ты сдохнуты. Так, надо, короче, перегруппироваться. Так дело не пойдет. Так. Нафиг ногу отломал, охренеть. Разбился и ногу отломал. Короче, нужно, знаете что, надо просто в штурмовую идти. Их и валить нафиг. Да, конечно. С такой высоты-то сигануть. Гранат жалко никаких нету. Или есть? У нас есть еще и огнемет. Я что-то про него и забыл даже. Все, ребят, вам тут, короче, задница полная. Ох, у меня тут гранатомет! Так тебе. На. Снайдите свою команду. Так тебе. Так тебе. И еще раз. Отлично. Так, кто там? Что-то как будто что-то опускается. Сохранимся. Ой-о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 й
Ох, сейчас я ему нападам. На! Разлетелся! В дребезги просто. Отлично. С горем пополам. Долгий объезд. Харрисон, притормози, у меня есть план. Ты кто такой, черт побери? О, черт. Ты девушка? Долбанные программы. Что ж, привет. Вот только не начинай. Что происходит в Улье? Именно то, что и должно. И где находится моя команда? По-моему, здесь. Но почему? Просто пустите меня в туннель, я должен предупредить их. Туннели запечатаны. Хорошо, тогда вернемся в ПОК. Белая команда там. Что-то внутри запертые мои эти ребята, он говорит. Я так понял. Видимо, он спустился и поехал выручать свою команду, я так понял, да? Молодец, что я скажу. Так, а тут что? Ладно, так, почему здесь? Выглядит как забавное местечко.
Мой брат, он умер здесь, и необязательная, ненужная и необязательная смерть. Эйзенберг подписал заключение о смерти лично. Извините. Мой брат был очень методичным человеком, он не делал ошибок. Все ошибаются. Может, но его убили. У меня есть доказательства. Это то, что я принес? И не только. Исследования Кенджи базировались на генетических изменениях человека. Какую-то комбинацию проводили. Это место. Оно очень страшное, говорит. И ужасное. За всем не следишь, правда? Вы в порядке? Да? Да, просто я все помню. Да. Надо спасать команду. Ребят, походу, даже не понимают, куда вляпались. А тут, смотрите, тут все соплями замазано. Тут чужие, как ни крути. Вот так вот. Пришло сообщение, цели изменены. Ну ладно, друзья, думаю, давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже наше приключение в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. Если вам понравилось прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Обязательно комментируйте, а также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.